Добрый день, наши уважаемые покупатели. А мы продолжаем обзор зимних изделий. Это шубки из аукционной норочки, которые в цвете пастель. В предыдущих обзорах я проговаривала, что у нас есть и показывали модель поперечка в длине 100 и 110 английский воротник. Но сегодня мы с вами рассмотрим с капюшонами, потому что действительно запросов и на капюшон, и на английский воротник всегда бывает очень много. Итак, длина у нее 100 сантиметров. Это в той шубке, в которой я сейчас стою. Но также она у нас есть и в длине 110. То есть получается практически на одну пластиночку побольше. Наличие капюшона есть, да? Кулиса внутри тоже есть, которая подтягивается, и вы можете собрать фигуру. Да и не только. Это определенная теплоотдача. В рукаве кулиса есть. Эта модель, в общем-то, у нас работала и в прошлом сезоне, и в этом сезоне, дождавшись меха, аукционного меха, мы ее опять делаем на повторах. Она очень востребована. Наличие капюшона, он очень удобный. Двойной капюшон. Посмотрите, как хорошо сидит на голове. Карманы, которые выполнены на магнитах, тоже очень удобно. Они просто прихлапываются и своего рода не оттопыриваются, да? Не провисают, не отвисают, а просто примагничиваются и не получается эффекта вот таких карманов по стилю кенгурушек. Дальше. Пуговица есть. Она выполнена тон в тон изделия. Воротник у нас, капюшон у нас идет небольшой, но в то же время он не мешает зоне груди. Очень удобная, комфортная. Еще раз говорю, выполнена поперечка. Все животики, остаются только спинки и брюшки здесь все, конечно же, убираются. Очень хороший подклад. Практически выполнен тон в тон, но с характерным принтом, да, для подкладочной ткани. Про кулису я вам уже говорила. И стоимость данного изделия 175 тысяч. Очень хорошая цена для аукционного меха. Сейчас я вам его покажу. При выборе шубки всегда обращайте внимание на категорию сырья. Она должна быть плотная. Вот мездра, ось и подпух здесь получается немножко в разный тон. Ось идет темнее, а подпух светлее. За счет этого, конечно, шубка играет совсем по-другому. То есть мех раскрывается, да, очень красивый получается у нас. Вот в таком вот варианте. И при выборе, пожалуйста, всегда обращайте внимание на плечи. Как мы говорим, посмотрите, здесь никаких разломов нет. И обязательно раскрывайте капюшон, если вы приобретаете шубку с капюшоном. Это очень важно. Мех должен быть какой снаружи, такой и внутри. Обычно, если хотят снизить себестоимость изделия, ставят в капюшон различные заплатки, брюшки, лапочки и так далее. Сейчас я промерю обязательно шубку, которая выполнена в длине 1,10 м. И вы увидите, конечно, разницу. Она пойдет практически на пластину. Итак, тоже у нас очень хороший получается с вами вариант. Вообще шубы очень удобные, комфортные, проверенные уже временем. И я хочу показать сейчас длине 1,10 м. Кулиса также есть, да? Каждое изделие у нас имеет кис. А это гарантия чип от производителя, и весь товар у нас декларирован и сертифицирован, конечно же. Сертификат качества есть на каждое меховое изделие. Крючки шубные до характерного щелчка, это очень удобно, да, и, в общем-то, они служат очень долго, когда вы приобретаете, проверяете этот характерный щелчок, и застегивается изделие до конца. Сейчас я стою в длине 1,10 м. Карманы также у нас есть, они на магните, уходят в прорезь именно пластиночек, поэтому не выделяются здесь сильно и не увеличивают бедро. Вот такой вот вариант у нас получается в длине уже 1,10 м. Размерная сетка 46 по 54 и даже 56 размер, возможно, по вашим меркам на заказ. Стоимость данного изделия в длине 1,10 м, немножко подороже, и будет 179 тысяч. Все наши изделия можно приобрести как единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет, а также в режиме онлайн оформляется рассрочка без процентов, без переплаты на выбранный вами период. В общем-то, на любом сроке досрочное погашение есть. Отправка делается сразу. Это две транспортные компании СДЭП либо Почта России. Всего хорошего. Ждем ваши мерки. Бросайте их в директ и прикрепляйте фото выбранной модели. Ну и, конечно же, указывайте длину. А мы постараемся максимально точно подобрать на вас изделие.
Не забывайте, что у ее мечты есть имя Олимпия, а мы идем дальше.